Девочка, которая играет в радость, несмотря ни на что. Это о Поллианне, жизнерадостном ребенке, пережившем множество бед. Автор произведения Эленор Портер родилась и жила в городке Литлтон, Нью-Гэмпшир, США. У девочки было слабое здоровье, поэтому она училась дома. Увлекалась сочинительством и пением, выступала на собраниях христианской общины. Позже она обучалась пению в консерватории Новой Англии, в Бостоне. С 1901 года начала публиковать в газетах и журналах первые рассказы. Во всем мире она известна как автор романа «Поллианна», который вышел в 1913 году. К этому времени Эленор Портер была уже довольно известным автором. Ее роман «Мисс Билли» пользовался большой популярностью. Но «Поллианна» вызвала настоящий ажиотаж, потому что для всех сразу стало очевидно – это классика детской литературы. Это рассказ о жизни обычной девочки. Ее мать умерла очень рано, а когда Поллианне было 11, умер и ее отец. Но перед этим он научил ее игре в радость. История начинается с того, как Поллианна после смерти отца переезжает жить к своей тете Полли. Она педантична, строга и принимает племянницу исключительно из чувства долга, как обузу. Поллианне она выделяет комнату на чердаке, без зеркала, с голыми стенами и практически без мебели, потому что ей хотелось по возможности отдалиться от общества ребенка и одновременно уберечь богатую обстановку. Несмотря на это, девочка стойко продолжает играть в радость. Во всем находит хорошее и всегда довольна своим положением, чем поражает окружающих и ставит их в тупик. Постепенно люди вокруг девочки начинают меняться к лучшему. Мирятся, выздоравливают, учатся ценить то, чем обладают. С помощью своей игры Поллианна помогла многим людям в городке понять, что жизнь – это дар, который дается нам один раз, и нельзя тратить его на переживания и грусть. Понимаете, когда начинаешь искать во всем что-то хорошее, постепенно забываешь о неприятностях, говорит Поллианна. Книга подойдет и для взрослых, и для детей. Всем будет полезно прочитать ее и поменять свой взгляд на происходящее. У этой истории есть не менее интересное и прекрасное продолжение. Поллианна вырастает.